учеников. Многие взрослые и даже старшеклассники не помнят свою первую линейку. Моя первая в сентябре, это было в 1961 году, ребята. Портфели помню, большие букеты георгинов и гладиолусов. Я помню только, что вот стою с цветами, зашел в класс, все. Просто линейка, мы пошли в классы. Знаете, я свое 1 сентября очень смутно помню. К сожалению, если честно признаться, я помню свой первый класс, но свое 1 сентября я не помню. Мы это яркое событие не можем даже вспомнить большинство людей. Очень хочется уже изменить формат. Стандартная линейка и классный час – это дети уже ожидают, им об этом рассказывают родители. А вот хотелось сделать так, чтобы праздник получился и чтобы он отпечатался у детей в памяти на всю жизнь. Поменять формат удалось компании «Уфанет». Вместе с учителями, родителями, активистами школы они подарили детям настоящий праздник. Я думаю, что сразу в класс зайдем, без никаких игр. Я думаю, там в школе сразу пришел, уроки, скукотень. Я в садик вообще не очень долго ходила. Мне вообще там не очень нравилось, а в школе на подготовке... Теперь первоклашки не просто наблюдатели, а активные участники Дня знаний. Мне понравилось играть, собирать пазл за 10 минут. Мы сейчас были в актовом зале, пели песню. Мы танцевали. Мне понравилось играть в Angry Birds, потому что это очень весело, стрелять из рогатки. Мне понравился сегодняшний день. Очень хочется в школу, но не пускают, говорят, уже не тот возраст. Я бы сейчас тоже пошла в первый класс с удовольствием. В этот день школа стала миром волшебства. Ребята отправились в путешествие в страну знаний, творчества, спорта, науки и искусства. Сделали шаг в новый, скажем так, этап их жизни, но они начали этот этап с какого-то некого развлекательного мероприятия. Я думаю, что в связи с этим их отношение будет к школе, может быть, более благоприятные, более радостные. Это столько энергии, это столько позитива. Заряжаешься от детей. Они здесь играли, узнавали, дружили. Вообще вместе вот сплачивались с коллективом. Мы к ним тут же вот рядом со всеми детьми. Ты получаешь от них эту энергию. И ты начинаешь кайфовать именно от жизни. В одной школе первоклассникам показали опыты по физике и химии. Видите? Также можно передать в другой с помощью проводника. А в другой они танцевали с настоящим драконом. Этот день организаторы и родители все вместе сделали запоминающимся, ярким, чтобы дети хотели идти в школу. Идут и родители, и бабушки, и дедушки, и они помогают, и сами отвечают на те вопросы, они включены. Конечно, ожидания самые приятные, что детям будет нравиться здесь учиться, что они будут просто бежать, с удовольствием делать домашние задания. У ребенка в памяти остался это не как вот именно учебный год, а чтобы это действительно нужно идти в школу как на праздник, а не как вот из-под указки у нас иногда вспоминаем и учились. Быть командой – это самое главное в классе. Как и родители, как и дети, как и классный руководитель. Е-е-е. Они становятся роднее, ближе, как единая семья. Квест «Дети – наше будущее» помог ребятам, родителям и учителям стать дружной командой, которой они и отправились в мир знаний. Сообщество учителей, родителей и детей впервые, наверное, поучаствовало вместе в этот знаменательный, торжественный день, в День знаний. Вот знания сегодня первые свои, они получили все вместе. Нужен обязательно такой праздник на международном уровне. Никогда не нужно его. Волнительно вообще, не могу говорить, даже слов нет. Это очень-очень прекрасный праздник. Когда мы к торжественному мероприятию прикрепляем различные конкурсы, игры, это, конечно, детям запоминается больше, чем то, что они увидели на линейке.
то, что вы создаете праздник для детей, это реально очень круто. Хотелось бы добавить, наверное, масштабности, то есть, чтобы это было не в нескольких школах только города Уфы, а чтобы этот праздник стал традиционным в каждой школе. Вот этот праздник, который мы вместе с компанией Уфанет попытались сегодня сделать для детей, я думаю, это дорогого стоит. Праздник замечательный. Не скучный, а наоборот, веселый, на позитиве. Вообще великолепно, все замечательно. Приходите к нам еще раз, пожалуйста. А в завершение всех ждал сюрприз. Каждый первоклассник смог загадать самое заветное желание и отпустить шарик в чистое, ясное небо, чтобы оно поскорее исполнилось.